Да. Уходим слушать под дверь. В общем, спустя минут 5 битья посуды, переворачивания мебели, криков и так далее, происходит сцена перемирия, как это обычно изображается в американских фильмах. Дальше слушать. Дальше вы хотите подглядывать, обижаете. И подсказывать, да. Вот, в общем... Не так. Ну, тебя там крутой нету, да. Боже упаси. Могла бы уже туда. Боже упаси. В самый ответственный момент такая музыка из вестерна открывается дверь и заходит лиса. Только свет сзади бьет, там очертания. Кто ж так подает? Давай покажу. Это хорошо. Ужасно. Че хорошего? Ну а по сабру? Или они там все это время стояли? На таком пошли там. В покер играть. А посмотреть. Да, ну я сказал. А что, уже все понятно? Что нам смотреть? Что, не знаешь, как делать? Ну, ладно, черт. Потом уже. Приют твой котик научишься. Потом, в смысле. Уже после. Я понимаю. Уже после перемирия. Где-то часов после 3 ночи тебя отпустили. Мы пошли. А, я хотел узнать вообще, что за он там извинялся, все такое, что я так сказал. На самом деле там внизу уже никого нет, но никто не мешает. То есть мы сходили, да. Поиграли между собой, видимо, потом поняли, что он, и пошли спать. Ну, в целом, то есть я... У нее? Да, само собой, но... Ну, смотри, ты опять начинаешь? Не-не-не, мне просто интересно. Давай так, лезь в мою жизнь. Это моя жизнь, моя работа. Я парт. У меня есть свои правила, я живу по ним. Если я захочу тебя обмануть, я это сделаю, ты об этом не узнаешь. А я привела к тебе доверие, тебе все рассказала. А ты вот так вот меня назвал проституткой. А да господи. Короче, тебя отпустили после 5. Окей. Жаль. Сказали, да, не скандалов. То есть с утра он будет зареванный и не выспавшийся. Ну хорошо, я узнаю кому-нибудь еще. Про этого чувака вообще можно узнать у кого-нибудь? Без проблем, я еще раз говорю. То есть, если бы твой персонаж был немножко из другого цикла, то есть типа тут Олиного мага или Витаниного колдуна, ты бы о нем уже слышал. То есть это один из известнейших меценатов Риддлпорта. Проси у нас! Когда-то он был одним из пиратских капитанов, но в отличие от большинства местных, которые, скажем так, перестав быть пиратскими капитанами, не оставили свои черные делишки, он оставил черные делишки и начал заниматься доброй деятельностью. Храм Сейн-Рей, который здесь есть, построен им. Подозрительный чувак. То есть очень так... Да ладно, там про любовь и справедливость. Хоть кто-то здесь приличный. И он, короче, типа бывший капитан, все такое. Да-да-да. Он типа меценат и лапочка. Он Грег. Грег? Грег. Ло. Что? Первое слово. Барон. А, барон. Подозрительный как-то чувак. Определенно подозрительный. Конечно, подозрительный. Во-первых, потому что его называют барон Грег. Не барон там, а барон Грег. Ну, короче, я смог узнать, где он живет. Да-да-да. Посмотреть. Пойдешь морду бить? Ну, вряд ли ты. Скажем так, ты не его, за завтраком пораспрашивал наших великих тех самых. Не знаю, как ты это будешь делать, чтоб. Не, я точно не у них спрашиваю. Ну, в городе тебя займет, наверное, до обеда времени. То есть ты походишь, проспрашиваешь. Да, быстрее. Утро для вас началось с того, что мне надо ваша фортитуда. О, да. Большей частью Олина и Витанина. 19. С тобой 20 все... на кубике. Как огурчик. Опыт! Несмотря на то, что у вас штраф был минус 3, вы все пробросили 15. Ну потому что вы бухали, извините меня, сколько. Ну конкретно, да. Как-то хорошо. Ох, после этого можно умереть. Ох, у меня столько сверх идей после вчерашнего вечера. Сверх идей? Да-да-да. Мы эпичные приключенцы. Нам такое... Нам-то разминка. Во время своих, кстати, блужданий по городу, ты стал свидетелем еще одного разговора. Как несколько крестьян стоят между собой и скажут, и что, говорит, и что правда с неба, говорит, камни... Горящие падали, он говорит, да, говорит, своими глазами видел, оседлал лошадь и ускакал.
И вообще, там же вообще, я слышал крики такие, как будто бы там на кого-то напали. То есть вообще ужасно все это. Ужас просто. И кто это говорит? Два каких-то крестьянина. Один из них менее шаромужный, другой более шаромужный. Девять. Это не сенс-мотив. Может, тут уже другая деревня? Если ты послушаешь немножко, то это все те же западные мхи. Ну, если ты остановился и хотя бы пару минут стоял. Может, они скажут, что это более интересное. Как там мы поняли? Конечно, слухи, передаваемые из уст в уста, становятся все более интересными. Ну, я продолжил сказать, что я искал. Что? Я продолжил искать, что искал. Хорошо. К обеду ты найдешь полный набор информации, где он живет. Вы чем занимались? У меня есть что крафтить по-прежнему, если ничего не будет серьезно отвлекать, поэтому... Я подумала, что пора связываться с алкоголем. Я посмотрела на Лилушку, подумала, что пора связаться с чем-то полезным. Начала делать зарядку по утрам. Нет, я дал химию афродизиаки. Я найду клиентов. На яды, алхимии и афродизиаки? Да. Найду? Ага. Вот. Я начинаю подумать, что свалить отсюда, потому что здесь дико скучно. Да. Что, кому, за сколько? Так поищи по городу, чем заняться, кружок какой-нибудь по интересам. Я тебе предлагал свалить. Круги шитья? Не, ну я не знаю, что тебе интересно. Курсы, не знаю, стрелков. Свалить отсюда, мне интересно. Стрелков каких-нибудь. Зачем мне курсы, если я и так прекрасно умею стрелять? Учить? Зарабатывай. Ну, да. Ну что, я не говорю с кем-нибудь? Да. Что, в общем, а ты можешь поискать паладина из деревни. Саул тебе предложил вывесить объявление внизу в золотом гоблине. Вот ты вывесила его несколько дней назад. И, в общем-то, сегодня к тебе пришли несколько человек, и у них, в общем, они хотят у тебя заказать много-много всего. Вот. Тебе же там поклонник был. Заняться ей нечем вообще. Какой, где? Не было. Не было ничего. Так что? Без ядов, но парфюмерия фазодиаги там. На сколько часов работы? На сколько мне обещали? На часов, наверное, так много, поэтому 7 дней. Вот. И в среднем заработаешь ты на этом. Посмотрим, насколько хорошо набросаешь. Окей. Можно сейчас заодно узнать, где находится западный мхит? Да, на западе от Ридлфорта не очень далеко. На то есть на северо-запад. Недалеко от Ридлфорта? На да. Сегодняшний либо 23, либо 24. В зависимости от того, что кидаю. Хорошо. Алхимия 24, я 23. По дороге отсюда? Я тебя недооценил. Ты справишься за 4 дня с такими темпами. По дороге отсюда туда есть какие-нибудь поселения или какие-нибудь трактиры известные? Таких деревень нету, но есть хуторки, то есть несколько домов рядом стоящих. То есть... А утром, получается, все позавтракали и разбежались в своем деле. Ну да, никто не знает. Ну да, почему-то не отчитывался. Где-то. А кто-то даже не завтракал. Я, походу, наверное, соберусь все-таки и поеду. Что? А кто-то даже не завтракал. Куда? В мхи. Куда-нибудь. Жить. Деревню строить. Вот почему, когда я предлагала свалить, меня никто не слушал. Никто до сих пор не сваливает, в смысле. Возможно, это индивидуально, что называется. Я же говорила, что скучно здесь. Давно уже. А сейчас вообще скучно. У нас разные понятия веселости. Синхрон, да. У нас очень разные понятия веселости и скучности. Что, мы договариваемся с Саулом по поводу покупки? За 5000. Да. У нас лошади есть? Две штуки есть, которые там надо были. Нет, так а свои? Нет. Не знаю, у меня собака. У меня не было. Вы во время путешествия, то есть у вас вы покупали себе. Я помню, что лампу купали, которую потом продали они. А я собаку. А там во время тех разговоров вы говорилось, насколько далеко они, эти мхи? Просто пешком до вечера до туда можно дойти. Соответственно, на лошади вы, наверное, за день вы съездите и туда, и назад. А, провокация удалась. Тебе нравится разделение партии? Да. Разделяй и убивай. В общем так, мне кто-нибудь доложит 1000. Покупаем этот трактир. Покупаем. Вот Света могла доложить 1000. Но косарь не должен. Я уже из таверны ушла. Мне его нет. Не, ну это мы обсуждали, видимо, толпой. То есть это не... Когда? Ну,
вообще, я думаю, что мы еще вчера обсуждали. Заранее, да. Ну, что-то вы обсуждали, да. Но я так понял, что вы решили подумать. Это... Да. Не, ну обсуждение про это было. Ну, 500 мне кто-нибудь доложит? 500 доложит. Хорошо, дай мне 500 золотых. Ну, покупайте своего золотого гоблина. Ну, а нашего этого чувака тоже иметь при себе. Мы же, получается, его в складчину берем так, чтобы договориться. Берем себе, потому что в складчину хотел договор, он хотел, чтобы мы учитывали его в складчину. Нет, это сложно с Саулом оформить. И потом продать сложно. Поэтому в складчину мы не будем брать. То есть этого чувака мы не собираемся как бы... Окей, а кто будет следить за этим всем? В смысле? Ну, за... Ты мне не доверяешь? Так мы будем здесь торчать и... менеджментом увлекаться. Мы продаем, я сегодня еще... Так оно само работает! Я выделю да. часик за то, чтобы зайти к магам. Вы могли бы просто найти кого-то, кто мог бы... Управляющего, нам за... типа? Да, за часть а какой-то есть... суммы. А тут есть? А можно попросить Лилу? Можно, может быть, даже у Лилу спросить. Да. Узнать магов, нужно ли им... так, намекнуть. Прощупать почву. Она же бард, она же умеет. Так зачем? Может быть, Лил сама сможет этим всем управлять и получать просто часть прибыли. Нет, тут два вопроса как бы разные. Зачем? Что зачем? Пока мы не деньги, продали... Деньги, блин, зачем? Да, у нас еще есть доступ тоже, туда, да. В низы. Сейчас туда, но... То есть это два, к тому же, два отдельных вопроса. Хочу, к тому же у нас будет доступ к дроу таким образом. То есть они явно выйдут с нами на контакт за это, для этого. Говорит, сама понимаешь, что я же не приду и не буду в лоб у них спрашивать. Это займет какое-то время. Да, срочно надо. И да, и опять же спрашивают, что... Я из своего опыта могу сказать, что вот комната с порталом их точно заинтересует. Так что... Готовы ли они ради нее купить весной трактир? Да. Что? Готовы ли они ради нее купить весь основной? Говорит, если бы я была магом, который увлекается всякими магическими предметами и так далее, я бы, наверное, если бы у меня были деньги, а у гильдии шиферов наверняка есть деньги, у них же есть хорошие покровители, я думаю, у них с этим проблем не станет. Ну хорошо, тогда здорово, если она узнает какое-то время. И да, спрашиваем у нее вот по поводу управления. То есть, может быть, она сама сможет, может быть, есть управляющий, или она знает кого-то, кто может... Я, говорит, сама, я, говорит, я могу сама, говорит, но если что, я смогу... У меня есть на примете несколько достаточно хороших официантов. Лучше вот, они могут, достаточно могу их быстро обучить это. Нет, так отлично, капитан, если она справляется сама, то сможет сама, то это будет как-то... Ну, вы понимаете, конечно, что я не смогу заниматься этим сама постоянно. У меня, ну, я да. бард, я мне, не, мне просто тупо неинтересно быть управляющим. Нет, безусловно, то есть да, если она... Мы скоро это продадим. Мне это все можно говорить, да. Плюс она, да, она же, конечно, она может из официантов каких-то взять помощников и так просто далее. Что-то время, пока это не просто мы в этом разбираемся гораздо меньше ее, скажем так. Поэтому это вот на ее опыт. Говорит, я возьмусь... на время, пока вы будете искать. Так, ты мне дал 500 золотых? За 10% от того, что вы потом продадите. Нет, у меня есть еще 100. 10% от продажи. Тогда ты мне дал 550. У меня всего 4,5. Мне же хоть какие-то деньги надо. Учитывая, что она же, в принципе, прощупает почву про магов, 10% от продажи. Прекрасно. По-моему-то. Да. В общем, у меня осталось 50 золотых. Гордые. Я нищая. Я чувствую себя неуютно. У меня впервые нет денег. Как-то ты радостно об этом говоришь. У меня впервые нет денег. Это такое новое интересное ощущение. Поэтому ты не взялась за крафт алхимии. Да. Потому что это... Ёлки-палки, деньги закончили. Это не самый эффективный способ зарабатывать, но все же. Что? Еще немножко есть. Тебе осталось 50 золотых. У меня осталось 150. Если у тебя было 600, то 50. У меня было больше чуть-чуть. Ах ты, полная тварь. Полная тварь, это что? Ха-ха-ха. Это шутка становится смешной. Галарионские шутки. Вы поняли, что... За 300. Золотых. Что он имел в виду хвост? Нет. Это мы все поняли, что делить прибыль будет... К минимуму я ничего не рассчитываю потерять. Ну, безусловно, что делить прибыль будем тоже с учетом твоего основного вклада. Это ты не спорю, что это абсолютно логично. Так, трон не показывался, нет? Мы не нашли его помешанного, мы его помешанного трупа не нашли. Ну, вы с ним договаривались, что через несколько дней он наведается. И либо, если вы там повесите какую-то самую, вам очень нужна будет встреча. И убить. Ну, у нас вроде ничего не надо, потому что... Я боялся того, что вы начнете его троллить и развесите на всех окнах золотого гоблина такие тряпочки. Вот этого я боялся очень сильно, но слава богу. Я думаю, развесить везде.
Для этого нас сначала надо быть везде. Схожу, наверное, куплю большую партию дорогих лифчиков, прожвешу. И быстро сварёк в гоблине. А потом, 50 золотых. А потом по телепорту будут ходить слухи о том, что кто-то решил захватить рынок торговли женским бельем. И сейчас скупает... Если бы это была Япония, мы потом могли в гоблине продавать все эти же лифчики там за 100 золотых, говоря, что это лифчики школьниц, например. Это не японцы. Это Little Portsy. Я смехом они как делают. Если мы узову спросим, так мягко намекнем ему, что мы в курсе про дроу. Вызовет много вопросов. Уже после подписи портала. Вызовет много вопросов. Света, как это деревня называется? Как это деревня называется? Западном Хи. Ты туда ускакала, да? Ну, как бы, тут ты туда собрала. Просто пока про лошадь. В чем дело? Как бы. Если... в том направлении, как минимум. Ну, скатать. Хифти-хифти. Это может вызвать негативную его реакцию, а то, что Саул в прошлом был пиратским капитаном, то есть это, не знаю, наверное, должно немножко останавливаться. То есть, если хочешь... В общем, если трэш угары садомия, то да, это будет весело. Ну... Ты, не надо кидать, ты просто, если хочешь что-то сделать, это можешь. Я хочу. Хорошо. После, уже подписали контракт, ну, как? Не надо уточнить. Подпишите еще. Сейчас. У нас тут есть... Я уже деньги взяла. Хорошо. Ведь те две лошади, которые красивые, мы тогда снаряжены. Они же есть. Да, красивые. Да. Вот вы на них можете скататься. Я куда-то спасаю, там в конюшню куда-то у нас там, да? Ну да. Где-то после завтрака мне стало скучно, так вот так посидела немножко, мне стало скучно, пошла. И решила чуть-чуть прокатиться. Ну, Сол, я так понимаю, поддержал эту мысль. А чем? Вообще... Где Сол? Да, Сол Кайт до обеда ходит по городу и разыскивает информацию. Ну, ты хоть нас предупредила, куда денешься? Ну, подожди, ну ты с утра, наверное, отправилась. Лина никуда не девалась, она у себя, она просто крафтит. Я отвлекать, наверное, не стала. Не, ну... Я просто решила прокатиться. Ну, ладно, мне было скучно. Она просто... крутая, вы еще не поняли. То есть, да. Я просто... позавтракали, я так походила туда-сюда. Сколько раз просили предупреждать, куда вы уходите? Цене убежала куда-то там. Меня никто никогда не предупреждал, куда кто уходит, не знаю. Постоянно, как мне кажется, никого нигде нету. Вот непонятно, именно, где кто. Вот именно. Вот. Никто никому не говорит. Линя на месте, нет, чтобы сказать. Ну, вообще, когда она крафтит, лучше не отвлекать. Не, ну, сказать инфу и не мешает. Это не та механик, которая... Да, это другой механик, это не тот... Это не механика. Кинь, пожалуйста, персепшн, Света. Когда она говорила, что это не тот механик, ты увидел очертания того механика в этом механике. 17. В общем, в процессе путей в том направлении ничего не произошло. Вот. Было несколько хуторов. Вот, Я просто выехала чисто. На которых люди тебе рассказывали о том, что что-то такое видели на горизонте. Вот. Ну, непонятно, что может быть просто обычный августовский звездопад. Люди, а сколько времени? 7. 7-10, наверное, уже. Мы как можем пособираться. Еще не домой собирать просто. Да, 7-10. А обычно ты когда собираешься? Обычно я иду вообще. Ага. Ну. Так. Теоретически можем тебя отпустить. Потому что, как бы... Учитывая, что Света уехала... Вот. С Саулом вы подписали, все без проблем. То есть за 5000 он согласился, он, конечно, поломался немножко. Ну просто у нас больше искренне. Но он не было, понимает, что у вас на самом деле их не очень много, и он очень обрадован то, что вы это вы сделали не в течение 3 дней, как он рассчитывал, а прямо уже на следующий день. Ну да. Вот. Ему это понравилось. И он очень обрадовался. Он вам выдал ключи. Я прокачусь. Выдал браслет, который позволяет проходить через этот портал без вопросов. Портал? Да. Портал. Помнишь, портал внизу есть? Там, в комнате который специально. Пострадал. Там, где вам пришлось рассказывать самую страшную тайну. Портал. Без вопросов. Ого, клево. Представляешь, как классно там... Теперь он у меня. Барона Грегори засунуть. Этот портал. И засовывать. Пока он что-нибудь не расскажет. А потом, я же знал, что она меня предала. Ничего такого. Вот. Если ты все-таки упомянула Дроу, он сказал, ну, понимаете, у каждого из нас есть свои секреты, я тогда не мог от них отказаться.
И, к сожалению, в какой-то определенный момент я понял, что мое сердце не может разрываться между долгом перед капитанским братством и вот этой службой с дроу. То есть они кстати, деньги они приносят неплохие, то есть в среднем за неделю получается около 100 золотых. То есть за каждый проход они платят 50 золотых. То есть в среднем в неделю. Да, чтобы неделю ждать. Кто-то там проходит. Вот. Чем они занимаются в городе, говорит, я, к сожалению, не знаю и не очень интересуюсь. Но в последнее время активность преступная в городе стала более активной. Активность в городе стала более активной. И преступность в городе стала более преступной, да. Надо перебить дроу. Срочно. Хорошо. Все, в общем. Я собралась. Для того. Вот, о гибели свете тебе расскажем в чатике. Почему в гибели? Ладно, ну главное, чтобы мой паладин выжил. Он обещал мне. Он мне обещал. Он с 4 дней там не может умереть. Ночью во сне к тебе придет дух паладина и скажет, ну я победил. Я обещал, я пришел. Да. Шэдоу. Идет он, везет. Ну что, мы продолжаем или на этом ну, заканчиваем? Ну то, что мы начали, в смысле, можно со Светой, допустим, закончить, учитывая, что она одна туда поскакала, по ней вижу воду оставлять. Не, ну как хотите. И что там еще? Что народ делает? Я собирался то есть потом тоже. Ну, то есть ну, я вообще то, думал что сначала вот обсудить-то. Ну или да. Давайте так, я вам дам 5 минут, чтобы вы утрясли. Вот. Давай. А сам я скажу. Что у меня просто особых занятий нет, я крафчу. Поэтому мне тоже. Я еще ближайшие 3 дня могу вполне закончить. Ну там короче, как я утром позавтракав, побродив некоторое время по комнату, было дико скучно. Я сказала, что я покататься. Покатаюсь, ага. Так, у нас нет зацепок на квест, кроме этого. Так что миритесь, нам западные мхи. Взяла лошадь. Ну, ехать ли туда нам, что нам типа делать. Ну, типа, как игроки обычно там любой персонаж делают. Садятся за стол и обсуждают. Все, да. А вообще направление. Ну, то есть сначала обсуждаем. Направление вообще упоминалось в разговоре или как? Примерное. Кого? Ты можешь спросить опять же у той же линии, потому что она знает. Тогда упоминалось, уже изучала. Где тогда? Там? Да. Мне казалось, что упоминалось. Ну да. И я, по крайней мере, точно об этом знаю. Я так чуть покатавшись, наверное, было так скучно и решила, а почему бы не прокатиться в том направлении? Тараканы с большими усами. Ах! Мы же решили, что они уже придумали. Кто знает, кто знает. Я скоро знаю. Они, может быть, и не видели их, а они, может быть, и есть. Ну, и может быть, и тараканы, не тараканы. И метеориты. И усы, не усы. И жители деревни не жители. И Япония, все-таки Япония. Да. Если кастануть, если челленджес на лечение скастовать, да? То жители почему-то начнут крутиться и падать. Это какое-то темное прошлое. Это печальный опыт. Мне ведь рассказывал. Про печальный опыт? Много. Про печальный опыт. Я там служил. Я тут служил. Че, полковник настоящий. Это что, это типа ад? Там? Ну, так. В услужение с демону попали. Да, я осведомлен. М? Yes, за вами следят, за нами следят. Паника. Зато у меня есть хвост теперь. Это не секрет. Про хвост все знают. Да. Никто не видит, но все знают. Ну что за жизнь? И так всегда. Так что если собираешься что-то скрывать, выбирай не хвост. Хвост-то классно. Ну, в смысле... Не выбирай его скрывать, выбирай. Там, кстати, сейчас чайник закипит, если кому интересно.